Всем привет, друзья! С вами Алена, и это обзор покупок из магазина «Магнит». «Магнит у дома», если быть точнее. Это единственный магазин сетевой, который у меня находится около дома, потому что все остальные, ну, это, грубо говоря, сплошное обдиралово. Обдиралово я не хочу. Итак, в этот раз чек вышел, достаточно большой, в общем-то, такой чек. Вот, вышел он у меня на 1265 рублей. Я считаю, что на самом деле, как говорила вообще моя мама, сходила в магазин, я ничего не купила. Но деваться некуда, и это рыночная экономика. Цены вот именно такие и никакие другие. И то, я считаю, что мне пришлось сэкономить, потому что в этот раз особо никакими разносолами я себе не побаловала. Итак, да, забыла добавить, что обзор этот, собственно, в общем-то, по заказу, можно сказать, блогера, моего друга-блогера. Вы его все хорошо знаете, он мне недавно сказал: «Алёнушка, а чё это ты вдруг не делаешь обзоры на ежедневные покупки?» Я говорю: «Ну, знаешь, говорю, они у меня как бы не ежедневные, просто потому что я сейчас в стеснённом финансовом положении, и каждый день я не могу закупаться». Он говорит: «Ну, хотя бы еженедельные». Я говорю: «Ну, еженедельные, да, как бы, в общем-то, есть». Мне вот он говорит: «Интересно, что же всё-таки покупает молодая девушка, одинокая?» Я говорю: «Слушай, говорю, я не знаю, говорю, что себе покупает молодая, одинокая, говорю, девушка. Я себе покупаю то, что подешевле все-таки, то, что мне хватит понадольше как-то вот». Понадольше, да, понадольше. Итак, что же все-таки я купила? Я сегодня купила себе. Просто так получилось, что они первые печенюшки в чеке. Вот, но так-то вообще-то они не первые, это десерт. Печенье Lucky Days. Не знаю, что это за печенье, беру первый раз. Почему взяла? Потому что 310 граммов упаковка, и это очень хорошо. Произведено, так, Кировский район, город Отрадный, улица Железнодорожная. А есть еще, это Ленинградская область. О как! Питерское печенье, овсяное печенье с добавлением шоколадных кусочков. Стоит оно 59,90, 60 рублей за 310 грамм. Ну, мне кажется, вполне, вполне. Так, далее поехали. Что у нас там? Котлеты сливочные. О, первая свежесть. Котлеты сливочные. Вот таким вот образом они выглядят, котлеты сливочные. И здесь у нас 600 граммов. Я давно вообще беру эту марку. Она мне на самом деле очень и очень нравится. Действительно, получаются очень нежненькие котлетки. Ну, собственно, они, в общем, тоже готовы. Нужно просто их сформовать более-менее прилично и выложить на сковороду. И поджарить. Нежненькие котлетки, вкусные, и они в этот раз продаются по цене 117 рублей. А вторая упаковка почему-то вообще за 109,90. Но я попой чуяла, что они по скидке, видимо, потому что обычно вообще они стоят не менее 155 рублей. Не знаю, я эту продукцию люблю, взяла даже две упаковки. Вот, и, в общем-то, не жалею, потому что мне этих 10 котлет, в упаковке 5 котлет, хватит достаточно, в общем-то, долго. Так что... Вот, пакет мы не будем считать. Красный октябрь, Аленка хрустящая. Нормально, да? Красный октябрь, Аленка хрустящая. Хрустящая сказка. Попкорн, взрывная карамель, молочный шоколад. Это продукция Красного октября. Аленку я люблю, ну как же без Аленки? Аленки без Аленки никуда. С Аленкой все будет сладко да гладко. Кстати, я рекомендую, если попадется вам в продаже, допустим, вот не такая вот шоколадка, попкорн, взрывная карамель. А не знаю, честно говоря, как она называется. Но вот здесь вот нарисованы, знаете, конфетки такие, похожие на M&M's. Очень вкусно, очень вкусно. Прям вот замечательно. Не знаю, мне очень нравится вкус. В общем, Аленка, это прям моя любовь, моя печаль. А стоит Аленка 7,50. И вот это вот, конечно, точно печаль. Так что вот. Захотелось шоколада. Очень захотелось. Не стала себе в этом отказывать. В шоколаде я себе точно никогда не откажу. Далее. Ага, туалетная бумага. Вот уж где повезло, так уж повезло. Я всегда беру себе туалетной бумаги больше. И не потому, что я люблю ходить в туалет, ничего подобного. Взяла я себе софт, туалетную бумагу. Два слоя, 4 рулона. Взяла себе тоже две упаковки. Почему, объясню. Потому что... Ну, вот они, две упаковки. Видно, не видно? Ну, должно быть видно. Просто очень близко снимаю, поэтому, наверное, не видно. Взяла две упаковки этой бумаги, потому что она идет по цене 44 рубля. И это очень круто, потому что минимальная цена вообще туалетной бумаги в Магните всегда почти составляет, ну, не менее 56-58 рублей. Это прям вот вообще счастье, если удастся по такой цене бумагу найти. Так что вот, нужно ковать железо, пока горячо. Дальше. Взяла себе баночку Невского светлого пива на обзорчик. Не помню даже вообще, когда-то давно, может быть, я и пила это пиво, но я забыла, какой у него вкус. Стоит это пиво
47 рублей 30 копеек. Вообще обычно я это говорю в обзоре, но в этот раз говорю здесь. Что у нас здесь? У нас здесь алкоголь 4,6. Ну, в общем-то, обычный светлый лагерь, пастеризованный. Попробуем. Скоро ждите обзора на Невское светлое. Далее поехали. Что у нас там дальше по чеку-то? Жаке Триумф кофе растворимый. Ну, куда деваться? Без кофе никуда. Хотя, в общем-то, иногда я пью нормальный человеческий кофе, который варится в джезве. Вот. Но иногда не хочется с этим возиться, и поэтому вот приходит на помощь вот такое сублимированное говно, простите. Стоит это говнище 164 рубля 10 копеек. И если вам попадется, например, допустим, не вот это... О, господи, не вот это, все. Нет. Перемотаем назад. Не вот этот кофе, хотя вот, если честно, вот этот кофе – это оно. Потому что хороший кофе – это он. А здесь средний рот. Так вот, если вам попадется в Магните там, или в Пятерке, допустим, кофе Black Swan, стоит этот кофе, как правило, ну, где-то 130, может быть, рублей. Вообще-то он дешевенький. То я все-таки не рекомендую брать, потому что это оно. Это именно оно. Но это еще ладно. Это еще более-менее как-то меня примиряет с суровой действительностью, но все равно хрень-хренью, честное слово. Далее. Что у нас там дальше по списку? Ревивор бальзам. Ну, это будет, скорее всего, интересно девочкам, потому что, в общем-то, мало кто из мужчин пользуется бальзамом для волос, предпочитая, видимо, средства 3 в 1, там, где и бальзам... и шампунь, и гель для душа, и, возможно, даже бальзам для бритья. Вот. Но мне бальзам необходим, потому что иначе я хрен расчешу свою гриву. Это стоит дело у нас 63,90. Нормально, вполне. Поверьте мне, это нормальная цена. Я, кстати, между прочим, планирую сделать отдельный обзор по тому, сколько стоит женская косметика, чтобы мужчины поняли, что на самом деле, иногда называя нас «дорогая моя», вы нисколько не грешите против истины. Далее. Сыр «Плавленый дружба». Самый дешевый из плавленных сыров. Люблю я плавленые сырки. Вот. И если уж брать, то брать такую серьезную, хорошую упаковку. В этой упаковке 400 грамм стоит 135 рублей. Но, честное слово, это правда самый дешевый сыр. Потому что следующий сыр... Блин, как же он называется? Карат? Нет, карат вот. Есть у нас еще какой-то янтарь, да. Столько же 400 граммов стоит... 100, сколько стоит... 175 рублей, если я не ошибаюсь, или 177 рублей. Кому интересно, дойдите до Магнита, сами посмотрите. 135 рублей – вполне человеческая цена. Хотя все равно, конечно, дороговато. Так, что у нас там осталось? Осталось совсем мало. Остался зельц деревенский. Вот такой вот зельц деревенский. Такое подобие мяса, хотя, конечно, мясом здесь, мне кажется, не пахнет. Пахнет очень мало. Я бы назвала это... второсортным холодцом в колбасной оболочке. Но, тем не менее, он, зараза, все-таки вкусный. И на безрыбье, как говорится, сам раком станешь. Поэтому, в общем-то, вполне пойдет. Сколько здесь у нас граммов? Граммов. О, Миланд. Масса 500 граммов. Нормально, за 111 рублей. 111 рублей 80 копеек. Я его беру постоянно. В принципе, с бутербродиками очень даже ничего. Так, остается у нас буквально яйцо столовое. Ох, яички в этот раз получились. Прям вообще замечательные. Получилось выбрать, я имею в виду. Все прям как на подбор. И стоит, кстати, они, по-моему, недорого. Да, 47 рублей. Были дешевле. Так, это у нас что? Это у нас традиционное яйцо. Какое? Какое яйцо у нас? Какое яйцо? Это Республика Башкортостан, Уфимский район, село Авдон. Запомните вот эту вот этикетку, ну, упаковку, да? Я не знаю, вот у них... С0, нулевая категория. Насколько я понимаю, что чем меньше, соответственно, цифра, тем круче. На моей памяти вторая категория, то есть фиговенькая, она могла стоить гораздо дороже, чем, допустим, вот 0. Это странно, я это объяснить никак не могу. Мне очень нравится, я такой эстет визуал, и мне очень нравится, когда яички ровные и круглые. Это касается куриных яиц. Ну, сразу просто для пошляков, мало ли. Вы же у меня это, подписчики-то с фантазией. В общем, 47 рублей за ровные, красивые яйца. Замечательно. Что еще? Что у нас еще остается? Остается у нас совсем чуть-чуть. Остается у нас булочки с утробями. Я беру, давно уже не беру традиционный хлеб. Беру вот такие вот булочки с утробями или какие-нибудь кукурузные лепешки. Я очень люблю заворачивать в них там различные роллы. Здесь у нас 6 штук булочек. Это... Так, это по весу...
Ну вот что-то как-то вот с весом тут как-то фиговенько. Нигде не написан вес. Очень странно. А, вру, написан. 6 штук по 50 граммов. Итого получается 300 граммов. 300 граммов хлеба за 26 рублей. Вы знаете, они, кстати, достаточно вкусные. Грубый такой хлеб получается. Но для кишечника прям замечательно. Уж извините за подробности. Я не знаю, мне нравится, мне вкус нравится. Ну и, собственно, остается у нас молочко. Молочко. Я давно не беру тетрапак, потому что есть у меня опасения, что там все-таки сухое молоко. Здесь я надеюсь, что, может быть, учитывая, что ограничен срок годности, произведено 16 января, вот наверху вот можете видеть, 23 числа у него истекает срок годности. Ну, я, соответственно, его, конечно же, выпью за это время. 3,2% жирности. Это продукция... изготовлено специально для ЗАО «Тандер». ЗАО «Тандер» – это как раз и есть тот самый магнит. Краснодарская компания. Я когда была в Краснодаре, проходила мимо их офиса и увидела там наверху вертолетная площадка. То есть серьезные ребята. Не знаю, как вам, но, допустим, если сравнить вообще с собственными марками, допустим, таких крупнейших торговых сетей, как «Ашан» и «Магнит», у «Ашана» есть такая марка «Каждый день», их собственная марка. Все-таки не всегда качество, в общем-то, заслуживает внимания и действительно является оптимальным по соотношению, там, допустим, с ценой. Здесь, ну, не знаю, мне нравится все, что произведено, допустим, для завода «Тандер». Или «Тандер». «Тандер», наверное, все-таки. В общем, друзья, в общем, вот так получается у нас общий чек у нас вышел на 1265 рублей, но здесь было еще два больших пакета. Я просто не люблю, когда пакеты рвутся. Прям на ходу, поэтому, в общем-то, всегда перестраховываюсь и беру большие пакеты. Как говорила моя мама, сходила в магазин, что взяла, ничего не взяла. Да, я, по-моему, это уже говорила в самом начале ролика. Как-то так, если обзор показался вам интересным и полезным, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайчонок или что-нибудь прокомментируйте. Очень интересно будет услышать, что же вы покупаете себе для еды, на стол, на какие-нибудь вечерние посиделки с друзьями и так далее. С вами была Алена. Пока-пока. Всем удачной недели.